Итак, знаете, тема сегодняшней проповеди будет так звучать. А жизнь продолжается. А жизнь продолжается. Что бы ни случилось в жизни, Vienalga, kas nenotiktu dzīvē, какие бы обстоятельства kādi apstākļi не подкосили нас, nebūtu par mums. Сквозь какие-нибудь ситуации, через какие бы ситуации мы не проходили, kādām tik situācijām mēs neiet cauri. Время несет нас. Laiks nes mūs. Время движет нас. Laiks virza mūs. И жизнь продолжается. Un dzīve turpinās. Давайте откроем несколько мест. Отверстим даже свет. 1 Коринфянам 4. 1 Коринфянам 4. 1, 5, 8, 9. 1, 5, 8, 9. Псалом 83. 85, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. Ефесянам 6. Ефесянам 6. 13, 16. 13, 16. А также Псалом. Да, вот Псалом. 117. 118. 6, 15. 6, 15. Давайте начнем сначала. Саксим но сакума. Аллилуйя. Будем читать Библию. Почему мы о ней заговорили? Капец, мы с Порту Саком рунать. Чтобы читать. Lai lasīt. Итак. Да. Первое. Второе, извиняюсь, 2 Коринфянам. 2 Коринфянам. 4. 4. Начнем читать сначала. Sāksim no sākuma. Поэтому. Tādēļ. Имея по милости Божьей. Šinī amatā stāvēdami. Такое служение. Kas mums uzticēts no žēlastības. Мы не унываем. Mēs nepiekūstam. Мы не унываем. Mēs nepiekūstam. Пятый. Piektais. Ибо мы не себя проповедуем, jo mēs nesludinām paši sevi, но Христа Иисуса Господа. А мы, mēs, рабы ваши для Иисуса. Paši esam jūsu kalpi Jēzus sūtīti. Седьмой. Septītais. Сокровище сие. Bet mēs glabājam šo mantu. Мы носим в глиняных сосудах. Māla traukos. Чтобы преизбыточная сила, lai spēka pārpilnība, была приписываема no Dieva, Богу, un, а не нам. Ne no mums. Мы отовсюду притесняем, спайдити, но не стеснены. Bet tomēr esam nomākti. Мы в отчаянных обстоятельствах, padoma, но не отчаиваемся. Un tomēr esam izmisuši. Мы гонимы, но не оставлены. Bet tomēr esam atstāti. Незлагаемы, esam satriekti, но не погибаем. Tomēr esam pazuduši. Поэтому, имея по милости Божьей, tāpēc, pēc Dieva žālstības, такое служение, tūlo tādu kalpošanu, мы не унываем. Mēs negustam. Апостол Павел, Апостол Павел развеивает всякий туман visādu miglu izklīdina новозаветнего служения. Jaunā derībā. Кому-то кажется, kādam liekas, что служение Богу, ka kalpošana Dievam, это сплошная романтика, viena romantika. Быть служителем Божьим, būt это значит быть суперменом, būt supermenim, у которого в жизни не происходит никаких проблем. Kam dzīvē nenotiek nekādu problēmu. Мы во Христе. Mēs esam Kristu. У нас все схвачено. Все враги под нашими ногами. Никаких болезней. Сплошное процветание. Сплошной успех. Сплошное исцеление. Сплошная популярность. Авторитет. И ты всегда на вершине. И ты всегда в ореоле. И ты всегда на коне. Все окей. Дорогие мои. Этот туман харизматической религии. Апостол Павел развеивает буквально в каждом послании. Посмотрите, служение Богу со стороны не так уж и привлекательно. Не так уж оно и восхитительно. Потому что тебя гнать будут. Над тобой смеяться будут. Тебя притеснять будут. И количество стрессовых ситуаций, оно будет возрастать в твоей жизни. Больше и больше. О чем говорят эти места? Эти места говорят о том, то, что когда ты рождаешься свыше augšienes, и становишься на путь служения Богу, целя, Бог не избавит тебя Dievs от зла в этом мире. Бог не избавит Dievs тебя от этих жутких обстоятельств. Он не избавит тебя от печи, он не избавит тебя от львиного рва. То есть он не даст тебе такую широкую дорогу, где не будет никаких камней встречаться на твоем пути. Но Бог позволит тебе достойно, как победителю, пройти сквозь огонь, воду и медные трубы.
Вы понимаете, в чем суть дела? Ты начинаешь удивляться, почему враги? Почему клевета? Апмелоя? Почему болезнь? Капец слимимс? Господь хочет воспитать в нас победителей. Узворотайс. Господь хочет научить нас мус. Сражаться. Цинибес. Побеждать. Узворот. Не отступать. Не откапьтесь. Когда тебя будут низлагать. Когда тебя ногал здесь. Когда тебя будут топтать. Когда тебя мидис. А ты встаешь. Вы тут целишь. Нет, не растопчите. Не самидис. Когда тебя будут топить. Когда тебя слить нас. А ты побольше воздуха добьешь и по ним претерпишь. А потом назло всем врагам. Раз и выплывешь, и скажешь, нет, нас утопить невозможно. Когда тебя бросят в огненную печь, скажут, мы от тебя горсть пеплом оставим. А ты назло всем врагам гореть не будешь. Ты просто будешь рядом с тем, кто служит тебя, служит, кому ты служишь. И потом назло всем врагам. Из этой печи выйдешь, и здесь, у тебя не будет ничего паленого. Для чего Господь вообще создал церковь? Чтобы шокировать дьявола. Чтобы его просто разочаровать. Показать, что все его попытки, все его оружия, которые сделаны против тебя и меня, они беспомощны. Они слабее. Они просто безуспешны в сравнении с тем, что Бог дает своим детям. Имея по милости Божьей такое служение, мы не унываем. Понимаете, христиане – это неисправимые оптимисты. Вот знаете, чем религиозники отличаются от служителей веры? Посмотришь на религиозное лицо, там ни одной фибры нету радостной. Там лица такие измученные, там лица такие изможденные, там ну такая уж печаль, служители Божьи. Да не верю я таким служителям Божьим. Сплошное уныние. Унылый дух сушит кости, а Дух Святой уточняет кости. Аминь! Улыбайтесь, господа. Вы вообще, мы так уже, знаете, имеем такой порядок, что на первых, вторых, третьих скамейках у нас самые веселые люди. Улыбайтесь. Халлоя. Кто здесь сидит, все улыбаются. Всех хмурных людей мы отсюда уводим. Амин. Здесь у нас самые духовные люди. Четвер... Ну, до пульта, по крайней мере. А там уже сверх веселые. Халлоя. Так что, господа, улыбайтесь. Имея по милости Божьей такое служение, мы не унываем. Мы не погурстам. Мы просто не... Почему? Капец. Потому что мы не себя проповедуем. Мы не себе слугинам. Мы проповедуем Иисуса Христа. Иисуса Христа. Нашего Господа. Мускунгу. Знаете, нас бы уже давным-давно перестреляли в Латвии. Нас бы уже давным-давно выслали отсюда. Меня бы уже давно-давно бы арестовали. И вообще я бы, я не знаю, я уже тысячи раз оказывался в критической ситуации. Но дело в том, что мы не себя спасаем. Это только этот самый барон Мюнхгаузен мог себя где-то вытащить за волосы. Но, дорогие мои, в жизни все устраивается иначе. Наш Бог спасает нас. Если бы не Бог, нас уже с потрохами сожрали давным-давно бы здесь. Амин. Но Бог есть Бог. И Он уже тысячу раз доказал нам, что то, что Он дал нам, это намного больше, чем то, что у наших врагов. И Он дальше говорит, мы не себя проповедуем. Мы рабы для людей от имени Господа. И Он дальше говорит, мы сокровища это носим в глиняных сосудах. Чтобы эта сила, или авторитет, или то, что вообще чудеса происходят, они приписывались не человеку, они приписывались Богу. Да мы с вами, если откровенно говоря, по-человечески, но ни одного грешника не сможем привести к покаянию, если Дух Святой не даст человеку сознание греховности плюс желание каяться. Но никто по-человечески, я никого не смогу поставить на колени. Я никого не заставлю плакать и сожалеть о своих грехах. Это делает Дух Святой. Я никого не могу исцелить. Это только вот эти восточные все, бесы и балбесы
приписывают человеку. Это человек. То cilvēks. Там со свойственными ему спящими, дремлющими способностями может видеть, по стеклам ходить, там, не знаю, на гвоздях спать, творить чудеса. Это бред сумасшедшего. Сам человек ничего творить не может. Если человек творит чудеса, это либо он с потрохами продан дьяволу, либо он с потрохами продан Богу. Чудеса творит только две личности. Либо Бог в человеке, либо дьявол в человеке. Аминь. А сам человек это только горшок. И кто успел какое сокровище туда наполнить, вот тот и урвал. И вот Бог и дьявол, они борются за количество горшков. Кто больше? Понимаешь? Дьявол ходит, ищет людей, чтобы просто наполнить их бесами и демонами. Пожалуйста тебе, астральный мир, пожалуйста тебе медитация, пожалуйста тебе различные извращения, грех, там целое служение. Пожалуйста, давайте. И вы будете иметь власть, вы будете способность излечить людей, видеть будущее и так далее. А Бог говорит, нет, покайтесь и да отвратитесь от всех грехов, и я вас наполню Духом Святым. Вы станете храмом живущего в Духа Святого. Борьба идет за человека. И кому человек продается, тому он и раб. Мы продались Господу. И мы становимся Его служителями. Сознательнее и сознательнее. С каждым днем все больше и больше. И мы знаем, что эта сила принадлежит не нам. Эта сила принадлежит Богу. Да согласитесь. Убери сейчас, Господь, просто на одну секунду свою руку, свой дух, свое помазание от церкви камня на камне ничего не останется. Церковь это не человеческая организация, которая строится на человеческих способностях, на остроумии пастора или там на каком-то творческом азарте или энтузиазме отдельных людей. Это все ерунда. Иисус говорит, я создам церковь мою. И церковь строится на сверхъестественном основании Божьих откровений и силы Божьей. И точно так же, как тело без духа мертво, так и церковь без Духа Святого, это мертвая организация. Аминь. Вот почему люди встают рано, приходят сюда. Чего вам здесь надо? Жизни хочется, Духа Святого хочется, свежести хочется, Бога хочется. Хочется жить по Божьим стандартам. Аминь. Ну закричи халлелуйя. Халлелуйя. И еще более. В самом служении Богу сокрыт неисчерпаемый потенциал. Защиты. Знаете, служители Божьи, это выгодно. И у меня сегодня деловое предложение тебе. Давай служить Богу. И у нас будут огромные льготы. У нас от Господа будут огромные льготы. Послушай, какие. Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах. Но не отчаиваемся. Что такое отчаянные обстоятельства? Это стресс. И стрессовые ситуации. Это опасное явление. Знаете, в результате стрессовых ситуаций у людей крыша съезжает. Люди могут оказаться в дурке. Нервы сдают. И вы помните, может быть, по жизни... После смерти кого-то из родных, после каких-то аварий, после того, когда пожар произошел, или какое-то стихийное бедствие произошло, у многих людей наблюдаются очень серьезные ментальные патологии. То есть ты видишь, что человек после этих ситуаций, он как-то странно ведет себя. Что такое? Запомните, стресс – это открытые двери для бесов и демонов. Если у человека нет защиты, то эти стрессовые ситуации, они могут окончательно разрушить
человека, его судьбу, ликтени, его здоровье, его мышление, и вообще в целом, его жизнь. Аминь. Так вот, Павел здесь говорит, Павел сака, что когда мы служим Богу, делом, Бог заботится о нашем духе, гару, о нашей душе, двесели, и о нашем теле. Промусмесу. Его били камнями. Его били палками. А он все ходит и все. Он встает и проповедует. Он был такой выносливый. Физически. Физически. Не то, что наше дохлячество. Он был настоящий мужчина. Он покрывал такие расстояния. Он не скрипел по утрам и не горячил себя кофе. Он носил внутри себя другое сокровище. А он здесь... Служение Богу, секрет нашего здоровья. Многие сегодня хотят Соляри, Греция, Италия, что там еще, Юрмала, вот, позагорать, шейпингом заниматься, тренажерные залы. Слушай, вот начни Евангелие, проповедовать Евангелие, молиться за больных, начни проповедовать Евангелие, прославлять живого Бога. Это лучше, чем тренажерный зал, это лучше, чем Солярий, это лучше, чем другие спортивные мероприятия. Аминь. Бог даст тебе здоровье. И Бог в немощи явит силу. Насчет эмоций. Конечно. Мы подвержены. Мы подвержены унынию. Мы подвержены, как люди, страху и разочарованию. Не все в мире совпадает с желанием. Очень часто. Неисполнившиеся желания, несбыточные мечты, они повергают нас в глубочайшее разочарование. Но Павел говорит, что когда мы служим Богу, Бог в самых отчаянных, когда по-человечески уже ничего не светит, осталось только вешаться. В народе говорят, ну просто остается только вешаться, и все. Потому что, ну все потеряно. Все пропало. Что делать? Павел говорит, мы не отчаиваемся. Служители Божии, это самые стрессоустойчивые люди. Они проходят через стрессы достойно, спокойно. Спокойно, как слоны. Они, их это не касается. Там Нива не принесла урожая. Смоковница не принесла плод. Рогатого скота не стало в стойлах. Там что там сгорел дом? Ну а помазанники, служители Божьи, Бог дал. И Бог взял. И да будет имя Господне прославлено и возвеличено. Рядом человек рвет волосы, где есть и где нету. Он рвет, грызет вену, бьется голова в стенку. Я работал, я копил, я строил. Вот бесы и входят во время истерики, во время бесконтрольного излияния своих эмоций. А люди праведные, они спокойные, как танк. Он укрывается в башню Господню и говорит, Бог, я в твоих руках. Я знаю, что это такое. То есть это как во время бури. Корабль, чтобы его не разносило полно, он должен якорь бросать. И когда он бросает якорь, что там? Ветры. А если нет якоря, вот я и будет болтать. Эти чувства, эти страхи, эти тревоги, они просто нас разрушили. Но если ты служишь Богу, у нас есть якорь, надежный и безопасный. Только земные якоря вниз кидают, а мы свой якорь кидаем вверх. Зацепились. Все, у нас есть надежда. У нас есть Бог, который держит нас в своих руках. И мы не отчаиваемся. Аминь. И вот об этом-то мне и хотелось поговорить. Вот об этой ситуации. Что отчаянные обстоятельства, они не имеют права разрушать нас. Мы способны в имени Господа пройти через любые стрессы. Аминь. Второе место откроем. Второе место откроем. Ефесянам.
Шестая глава. Шестая глава. Открой, пожалуйста, Ефесянам 6 глава. Почему в отчаянных обстоятельствах служители Божьи не отчаиваются, не ломаются, не разочаровываются и не уходят? Послушай. 6.13. Потому что своих служителей Господь облекает во всеоружие. Вы знаете, мы не босые. Мы не в рукопашной. Воюем против дьявола. Служители Божьи, они оснащены. И у них есть все для этого. Посмотри, что такое отчаянные обстоятельства. Для сего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой и все преодолевшему стоять. Что позволяет человеку устоять и пройти сквозь стрессы? Все оружие Божие. И Павел говорит, что существуют в нашей жизни злые дни. Но не все дни злые. Не visas dienas ir ļaunas. Иногда бывает вот такой период. Tāds periods. Такая долина. Tāds ielētā. Вот такая полоса. Tāda strīpa. Неприятных обстоятельств. Nepatīkamu apstākļu. День злой. Ļauna diena. То есть твой экзамен. Tavs eksāmens. То есть проверка твоей веры. Tavs ticības pārbaude. То есть закалка тебя. Norūdīšana. И вы знаете, это все нормально. Tas viss normāli. Кто тебе сказал? Kas tev teica? Что в этом сумасшедшем мире можно обойтись без злых дней. Без ļaunām dienām. Вот когда мы на небо попадем, debesim, вот я даю 100% гарантию, что там злых дней уже не будет. И там нам уже не надо будет готовиться для стрессовых ситуаций. Вот на небе уже не будет зла. Но, а на земле правит дьявол. Сколько он в наглую, по самым просто запрещенным приемам, нарушая все правила игры, просто в наглую, врывается. Но мы должны быть готовы. Для нас это не должно быть какой-то неожиданностью. Мы знаем, что как реально существует Бог, так же реально существует и дьявол. И так же, как неожиданно сможет благословить Бог, совершенно непредсказуемо. Что вдруг Господь благословил? Потому что Он милостивый. Потому что у Него много любви к нам. Так и у дьявола. У Него в кавычках тоже очень много милости для каждого из нас. И он тоже может нас просто неожиданно иногда просто такую подсечку поставить, что просто в наглую, как это так? Удар ниже пояса. Это он часто использует. Но для этого мы уже должны быть готовы. Дни злые. Дорогой, мы это говорим не для того, чтобы ты сейчас все оделся, опустил забрало. Брат, что ты делаешь? Брат, куда ударил? Жду злой день. Ляону диену. Вот понедельник прошел. Диену, погай. Слава Богу. Палдес диену. Пронесло. Погай гора. И меня тоже. Мане. Ну как, вторник? Вот три дня. Давай, теперь вторник ждем. Вот три дня. Может, вторник злой будет? Вот три дня после ляону. Вроде как-то спокойно. Аритка, а в среду собрание. Давай расслабимся. Ослабина. Только расслабился. Бам! Пендель такой. Мама родная, скандал, срыв. Машиной врезался куда-то. Ай-яй-яй, что делать? Куда? Дорогой, бодрствуй каждый день. И не надо день злой ждать. Ты просто служи Господу, проповедуй Евангелие. И ты просто будешь просто видеть эти злые дни просто за стеклами своего автомобиля. Аминь. И даже если какие-то там щупальца попытаются сойтись на твоем горле. Дорогой, у тебя будет оружие. Вот в эти добрые дни, благоприятные дни. Согласись, сегодня не злой день. Сегодня добрый день. Этот день сотворил Господь. И мы будем радоваться и веселиться. Это день, когда Бог облекает нас в мудрость, учит нас, облекает нас вот в это всеоружие. И что же это такое? Он говорит так. Оружие это поможет вам все преодолеть и устоять. Встаньте, припоясавшись чресла ваши истину. То есть очень важно научиться ориентироваться в нашей жизни. И уже жить не по каким-то предрассудкам, преданиям старцев,
народным каким-то традициям. Если хочешь, чтобы удача была, встань с левой ноги. И когда выходишь на улицу, сплюнь через левое плечо, чтобы день злый не наступил для тебя. А ты опоздал или как бы ошибся, через правое плюнул. Шел сосед, и день злой тут как тут, вот прямо и начался. С этого... Вы знаете, в этих предрассудках жило абсолютное большинство из нас. И наши числа были припоясаны не истиной. Мы жили, знаете, вот как деды, как прадеды, всякие вот эти, знаете, глупости. Но мы теперь припоясаны истиной. И мы знаем, что нужно делать, чтобы день был удачным. Не надо в гороскоп смотреть. Что там у козерога? Ой, рога выросли еще на 3 метра. Что там у водолея? Вода кончилась. Что же теперь делать? Что же там у тельца? Ой, у тельца. Ой, лучше не говори. Дорогой мой, чем открывать эти все тупые книги, открой Библию, открой псалом и прочитай, что с раннего утра я должен славить и величать Господа. Чтобы день был удачный, надо его начинать с глубокого прославления и поклонения. Подними ему громкий голос славы! Аллилуйя! Мы припоясываем числа истинную, и мы знаем, чтобы удача была, мы должны облечься в эту истину. И Писание говорит, познайте истину, и истина сделает вас свободным. Станьте припоясаться числа истины, облегшись в броню праведности. То есть есть вторая. Во-первых, мы знаем, как поступать. Видишь, что человек тупой. Видишь, человек скандалит. И даже оскорбил тебя. Знаешь, в народе говорят, не трожь СНГ, вонять не будет. А в народе говорят, видишь тупого, уйди и не ввязывайся, чтобы тебе не стать соучастником злодея. Слово Божье, оно тебе уже помогает даже в банальных, элементарных ситуациях жизни правильно ориентироваться. Да не лучше ли тебе остаться одним? Чего ты ввязываешься? Слушай, не уподобляйся этим, все. Будь благословен. И ушел. Видишь нагого, одень его, ты уже начинаешь понимать. Начальник тебе говорит, делай работу, а ты ее не хочешь делать. Так вспомни, что все, что ты не делал, делай не как для человека, а делай от души, как для Господа. И когда вот эта истина, она начнет руководить тобой, легко дышать, нервы нормальные. И ты уже не для начальника тупого, ограниченного балбеса, а для великого Господа. Гвозди забиваешь, там красишь, что там, подметаешь. Шлауки. И твой начальник уже Господь. Как много вот таких правильных, важных, ежедневных советов дает Слово Божие. Аминь. Второе. Облекись в броню праведности. То есть, ты должен осознать, кто ты. Ты не грешник. Ты не какой-то там прихожанин. Ты Сын Божий. Как важно, вот, когда день начинается, осмыслить, кто я. Я не грешник, я праведник. Причем, праведник не потому, что я хороший. Праведник я не потому, что я такой вот весь безгрешный. Праведник я, потому что кровь Иисуса Христа на мне. Кровь Иисуса Христа очистила мое сердце, мою совесть, мои руки. Ревность Божья вокруг меня, ангелы Божьи вокруг меня, и вообще я в привилегированном положении, а праведник смел как лев. Я не то, что кто меня ударит, да никто меня не ударит. Божья ревность, он повелел ангелам своим хранить меня. И когда ты оделся в броню праведности, ты уже идешь в открытый космос, не без скафандра, а у тебя надежный скафандр. Аминь. Это очень важно. Дальше. Так. Следующее, что он советует. Обувши ноги, готовность благовествовать миру. Знаешь, как важно? Знать, что есть дьявол. И он помнит одно из откровений, что можно жалить в пету кого-то. Семя жены. Мы все родились от жены. И это чувство хочет нас жалить в пету.
А ты одень обувь благовествовать мир. И там вот такие каблуки. И когда чувска попытается укусить тебя в пику, ты этим каблуком поражай его в голову. Каким каблуком? Словом свидетельства. Обувь благовествовать мир. То есть, когда ты идешь вот, на работу или куда-то, запасись словом свидетельства. Бог, дай мне пару человек хотя бы сегодня, которому бы я мог сосвидетельствовать о твоем спасении. Вот когда у тебя вот правильный направление, но никаких злых дней у тебя не будет. Ты понимаешь? Сопроводим. Ты включишься в эту важную волну благовествования Христу. Ведь нам нужно 900 ячеек. Нам нужно 7500. Если мы каждый день не будем одеты в эту обувь, откуда мы возьмем этих людей? Аминь. И ты обулся. Ты одел броню праведности. Ты припоясался истиной. Почему написано пояс истины? Древние армии, греческая армия, римская армия. Вот когда, если ты рассмотрел бы доспехи солдат, то пояс был очень важным элементом снаряжения, потому что на этом поясе висел меч, на этом поясе висели там эти другие какие-то оружия. То есть на поясе это целая как оружейная такая палата была. И если человек припоясан, он вооружен. Если он распоясан, он обезоружен. Вот так у нас и в жизни. Если мы припоясаны, если мы помолились утром, сосредоточились, если взяли какие-то обетования и чувствуем, что Господь благословил нас, мы идем вооруженные до зубов. И мы недоступны для дьявола. Мы припоясаны, мы сосредоточены. Если дьявол приходит, написано, мы можем воевать с ним. Аминь. А если ты распоясался, стал злой, как пес, жена тебе не приготовила завтрак, видите ли, обозлился, и пошел. День злой начнется у тебя прямо с лестничной площадки, потому что ты споткнешься, и не говори, что ты не с той ноги встал. Ты не с того аккорда песни начал утром. Аминь. Ты не помолился. Аллилуйя. И на ровном месте споткнешься. И Господь тебе скажет, просыпайся, начинай славить меня. Дальше. А больше всего возьмите щит веры, которым вы сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого. И кроме этого, кроме вот этих вот шлем спасения, броня праведности, обувь благовествования, есть щит веры. Знаешь, дьявол иногда боится открытого поединка, чтобы сражаться с тобой просто один на один. Поэтому он сидит за кустами, и он способен просто по-партизански, раскаленными стрелами поражать тебе. И для этого, для того, чтобы угасить все раскаленные стрелы дьявола, у нас есть щит веры. Скажи, щит веры. Халлелуйя. И вот щит веры может угасить раскаленные. Дьявол ненавидит. Дьявол так хочет уничтожить нас. Этот день злой. Или стрессовые ситуации. Или раскаленные стрелы, которые он пускает в нас. Ты скажешь, есть ли противоядие? Но Павел говорит, в отчаянных обстоятельствах мы не отчаиваемся. То есть против отчаяния, против паники, против караула, против вот этих воплей, у Павла было противоядие. Какое? Щит веры. Тебе говорит Голиаф, я тебя, Давид, раздавлю, я тебе голову сниму, я дам на пищу этим птицам, путным, раскаленные стрелы. Но в это время Давид берет щит веры, говорит, Бог мой, он сильнее твоего Бога. И вот эти раскаленные стрелы, попадая вот в этот щит нашего рассуждения, они начинают шипеть. Вот почему чуска всегда шипит. Потому что раскаленные стрелы начинают остывать.
Попробуйте какой-нибудь раскаленный металл опустить в воду, и вы услышите, как шипят змеи. И вы услышите голос разочарованного дьявола. Вот так наша вера, она разочаровывает дьявола. Да вы без работы останетесь. Да вам это здание не даст. Да вас разгонят скоро. Вас запретят скоро. Да мы вас отсюда просто выбросим. А вера говорит, не выбросить. У нас будет это здание. Мы будем жить в этих домах. Мы будем ходить по этой земле. Мы будем самой многочисленной церковью. И дела дьявола здесь разрушатся. И после этого ты слышишь. Это очень такой многогранный термин. В другой церкви. Нет, нельзя. Раскаленные стрелы гаснут. Дорогие мои. Ты когда-нибудь встречался в своей жизни, как гаснут раскаленные стрелы? Муж подходит. Я тебя в церковь не пущу. Ты с ума сошла. Ты не церковь, это секта. Такая раскаленная зрелая. А жена, милая, да люблю я тебя. Милость. Да будь ты благословен, Иисус Христа. Я тебе такое блюдо приготовила. И смотришь, эта стрела в этих вот отбивных. И все, ты скажешь, что это за щит веры? Это вкусный обед. Для своего разгоряченного мужа. Аминь. Это чистое белье для него. И нижнее, и верхнее. Женщины, даю вам практический совет. Как гасить раскаленные стрелы. Аллилуйя. Аминь. Это ваше доброе настроение и улыбка. Аминь. Щит веры. Это большая область. Своим добром мы можем раскалить, погасить любое зло. Аминь. Вера это творит добро. Потому что вера без дел мертва. Если ты берешь щит веры, говоришь, а я не верю. А я связываю дух и колдовства. Муж психует, говорит, я тебя не пущу в церковь. А жена стоит напротив, а я связываю дух неверия. И такой, знаете, вау, такой нокаут. И потом фонарь. Свет мира такой идет, светит во тьме. И тьма не объяла его. И ты говоришь, что такое? Щит не сработал. Мозги не сработали. Амин. Вера без дел мертва. Слышишь? Не болтовня гасит раскаленные стрелы, а вера, состоящая из добрых дел. Не мертвая вера гасит эти стрелы, живая вера, полная мудрости, любви, полное служение и так далее. Аминь. Итак, стрессы. Мы должны научиться проходить через них. Давайте откроем еще один псалом. Псалом 83. Откройте, пожалуйста, Псалом 83. С 5 стиха. Павел говорит, имея по милости Божией такое великое служение. Мы не унываем. С 5 стиха мы читаем. Блаженны живущие в доме твоем. Они непрестанно будут восхвалять тебя. Оказывается, самым лучшим противоядием против экстремальных злых дней является непрестанная хвала Богу. Ты понимаешь, что хвала Богу это не начало собрания. Прославление. Вначале прославление, потом проповедь, потом сбор и все. Писание говорит, блаженны те, кто живут в Доме Божьем. И как отличить настоящих служителей от ненастоящих? У настоящих служителей... У настоящих служителей непрестанная хвала Богу. Я победил. Они непрестанно славят Господа. Понимаете? А религиозники изредка. Все совершил. Он дал победу. Я побеждал. Не властвуй теперь, Иисус Господь. О, аллилуйя. Вот здесь засвитель третий царей. Иисус Господь. Иисус Господь.
Иисус ir kungs. И смотришь на таких прославительных, эх, чесотка напала, да? Археолог ты мой ненаглядный, копай глубже. Может, какая-то нефть там будет. Или еще что-нибудь. Вы знаете, для реальных служителей Божьих поклонение — это образ жизни. Они хоть чем-то, хоть едят, хоть в бане моются, хоть едят, у них хорошее настроение. Они связаны с Богом, и свежесть приходит от Господа каждое мгновение. Это такая духовная подпитка. Идет каждый день, халлелуйя, шиля, камбра, хата, лакенди. На них смотрят, как на дураков. Потому что все нормальные люди, они серьезные, они озадачены. Они же серьезно на жизнь смотрят. А эти легкомысленные поверхности прыгают там, они не разбираются, какое серьезное экономическое положение в стране, какая криминогенная ситуация у нас в городе разыгралась. Они не знают, что Америка готовит для России. Они не понимают, что там в недрах этого союза между Белоруссией и Россией ходят ля-ля-ля-ля. О жизни надо судить серьезно. Вот именно, что мы судим серьезно. Спрежем, но опять. Мы не унываем не потому, что мы легкомысленные, или такие лохи, простотки, потому что мы знаем, что наш Бог очень скоро сделает потрясающее, феноменальное чудо. Он даст Латвии христианское правительство. Аллилуйя! И поэтому мы непрестанно славим Его и непрестанно утверждаем, что вели Господь, сагам, вели Господь, вели Господь, вели Господь в нашей жизни. Амин. Блаженны живущие в Боге. Амин. Они непрестанно будут славить. А почему они славят? Потому что следующий стих говорит: блажен человек, у которого сила в тебе. Павел говорит: это я горшок только, а сокровище и сила, она приписывается не человеку, она приписывается Богу. Мы веселые, мы радостные, мы оптимистичные, мы стрессоустойчивые. Не потому, что мы закалялись в специальной там системе, но потому, что мы однажды вкусили, как благ Бог. И Он крестил нас Духом Святым. И Он открыл нам истину, что уповать на Господа – это главное основание нашей веры. Блажен человек, у которого сила в тебе, и у которого в сердце стези направлены к тебе. Оказывается, у нас в сердце есть дороги и цели. И когда приходят стрессовые ситуации, вы знаете, мы по этим дорогам сразу движемся. Куда дороги направлены, вот туда мы идем. Мы сразу за телефон хватаемся. Алло, алло, Валечка. Я не знаю, у меня сердце уже, ой, не знаю, сынок двойку получил, знаешь, я не могу уже справиться, что же делать? И два часа стези сердца к Валечке направлены. Сердце цели по Валечке сверзить. И она думает, что Валечка ей поможет. Мне палит здесь. А у Валечки у самой три двоечника. Три из дивных королей. Ай-яй-яй, проблема. Излила душу. Излает весел. Трубку положил, полегчало. Беглак полик. Ну, знаете, как пар выпустил. Так, но Господь хочет нас утешать по-другому. Савадак. Послушай. Поклаусись. А есть люди, которые попадают в серьезные ситуации. Но ситуация. И стези их сердца. У меня сердце цели. Они направлены к Богу. Чуть какая ситуация. Чуть какая сложность. Или стресс. Или какая-то проблема. Эти люди не бегут к другим людям. Они закрываются в своей комнате и молятся Отцу, который в тайне. Почему? Им легко молиться. Потому что ну рельсы туда направлены. Понимаешь? Ты просто бредешь сквозь дебри. Где там Бог? Туда иди. Или где? В джунгли там, знаете, обезьяны кричат. Попугаи орут. Где же Бог? Если у тебя уже дороги проложены Богу, по этим дорогам легко добираться до Бога. То есть, что мы делаем сегодня на этих регулярных служениях? Мы строим
сердечные дороги по направлению к Богу. Разве не об этом тебе проповедует пастор каждый день? Уповай на Бога. Молись Богу. Люби Бога. Поклоняйся Богу. Получай от Него ответы. Испытай Его в разных обстоятельствах. Мы просто прокладываем железную дорогу к Богу. Дорогу к Богу. Целью педила. Рифма. Аллилуйя. И Писание говорит, блажен человек, который все-таки построит однажды эту дорогу. И эти электрички будут только любой момент. Садишься. Этим людям легко молиться. У них 5 минут свободного времени. Аллилуйя. Кималаханда ханджи герабуси града хая. О, Боже, помоги. Видишь, как поступить в данной ситуации. Смотришь, и есть. Знаете, как регулярное расписание электричек, без опозданий. Спросил, а Бог ответил. Он говорит, воззови ко мне, и я отвечу тебе. И покажу тебе великое недоступное, чего ты не знаешь. Люди, у которых сердце, стези направлены к нему, они спокойны. Они понимают, что к Богу не будешь плестись полгода. А для многих людей это проблема. Алексей, а как с тобой Бог разговаривает? А как тебе Бог сказал? Как вот так прямо и сказал? Нет, вот так он сказал. А как он говорит с тобой? Ну вот так он говорит. Вот так? Да. Вот как я с тобой говорю. Амин. Для многих людей вообще непонятно. Дремучий лес. И 12 часов ночи. Где Бог? По каким ориентирам? Что это молиться? Настолько мы уже привыкли к справочным бюро, к бабушкам, к матушкам, к народным советам. Люди советуют, люди помогают, консультируют и все. А вот как Богу? Бог. Диос. И ты? Кур ту эси? А Бог как бы сказал? Эшейт. Че хочешь? Ко гриби. Грибов хочу. Ты понимаешь? Ты собрал. Дороги должны быть построены. Целем я буду избывать. Бог обещал нам отвечать. Вот я верю, что Бог есть Бог отвечающий. Диос касабил. Знаете, Бог по-разному отвечает. Даже отбил. Иногда он просто дает откровение. Ждет отказы. И ты слышишь даже голос. Что нужно делать? Кого благодарить? То есть отвечает Бог многократно и многообразно. Иногда ты открываешь Слово Божье. И в Слове Божьем Бог показывает аналогичную ситуацию, которая в твоей жизни. И в этой ситуации выход. Ты прочитаешь, а Давид вот так поступил, и я должен вот так поступить. То есть Бог отвечает через свое Слово. Иногда Бог отвечает с некоторым запозданием или медлением. Ты и в слове не получил ответ, и там не получил ответ, и здесь не получил ответ. Просто надо немного выжить. Бог, хотя и медлит защищать, но Он защитит и подаст защиту вскоре. То есть ты помолился, и ты ждешь. Я помолился, и Бог ответит. Проходит день. Я жду. Проходит день. И языком обстоятельств Бог тебе ответит. И вдруг слышишь, попутный ветер, и смотришь, враги куда-то уходят, и сможешь, Бог дает тебе работу, но с легким терпением. Понимаешь, то есть многократно и многообразно Бог говорит. Иногда Бог говорит через пастора, иногда. Может, чуть-чуть чаще. Ты пришел, у тебя жгучая проблема, ты с пастором не разговаривал, ты с ним не договаривался. Давайте проповедую на эту тему. На тему моих проблем. Пастор молится, прежде чем идти сюда. И он говорит, Бог, я не знаю проблем этого народа. Я не знаю, какие узлы завязались. Но дай слово по нуждам церкви. И Бог дает именно те слова. Мы не развлекаем друг друга. Мы хотим, чтобы Бог реально вторгался в нашу жизнь. Развязывал узлы, утешал и помогал нам выходить из этих ситуаций. И пастор выходит.
И начинает говорить. Узакрунат. И вдруг ты сидишь. Упечен ту седи. Ну прямо, где еще такое можешь встретить? Ну как будто тебя распасовали. Раскрыли. И говорят, вот у тебя есть это. И ты думаешь вот так. А на самом деле нужно делать вот так. И ты сидишь, краснеешь, зеленеешь, потеешь. Свист. Да, неплохо. Конспектируешь, да? Неплохая проба была сегодня. А сам чувствуешь, что Бог долбит твои мозги. Бог проникает до разделения души и духа. Бог судит помышления и намерения сердечные через Слово Свое. И ты сидишь, говоришь, ну все ясно, у меня была куча вопросов перед служением, после служения, все, ни одного, все ясно. Господь, перехожу на прием. Идешь домой, май. Спасибо тебе, Господь, ты мне сегодня так много ответил. Вот так Бог отвечает. Бог отвечает многократно и многообразно. Аминь. И в этом плане стези сердца должны направлены быть к Богу. Мы должны научиться принимать от Него. Знаете, иногда Бог даже мне говорит названием афиш. Иногда я просто слышу какое-то объявление. Иногда я слышу, но просто в разговоре с кем-то какая-то отдельная фраза. Отцовища фразы. Все. Я понимаю, о чем речь идет. Бог может говорить. Небеса проповедуют славу. Ты посмотришь на лес, ты посмотришь на небо, на облака, и вдруг Бог проговорит. Скажите, я сотворил небо и землю. Я великий Бог. Каждую звезду я знаю по имени. Неужели ты думаешь, что я тебя забыл? Иногда, знаете, без всяких проповедей, вот проповедники, совершенное творение Божье. Оно просто источает откровение. И через рассматривает творение становится понятием Творец. Какой он премудрый, какой он великий. И он нам отвечает. И ты вдруг едешь на машине, смотришь на небо, начинаешь плакать. И твое сердце плачет. И любовь Божья приходит. И Бог говорит, разве я оставлю тебя? Разве я брошу тебя? Не покину. Не оставлю. Не пометишь. Посмотри, как все премудро в этом мире. Посмотри, облака. Маконь. По воле моей движется. Солнце. Сауле. По воле моей встает и садится. Умрет. Ветры. По воле моей дуют туда, куда я повелеваю. Неужели ты думаешь, что я тебя забыл? Неужели ты думаешь, что ты выпал из игры, из моих рук? Да я тебя держу в своих руках. Что ты паникуешь? Ты же у меня в ладошках. Ты манас руках. Понимаешь, легкий щелбан. И утешение от Господа. Ну, спасибо, прямо по-отечески. Ну, кто из вас этого не переживал? Так, Господи, мы все одинаковые. Аминь. Наш Бог, это просто чудесный Бог. И Он единственное, что хочет, чтобы стези нашего сердца были направлены к Нему. И смотри, для чего это нужно? Проходя долиною плачь, они открывают в ней источники. И дождь покрывает ее благословением. Приходят от силы в силу, являются перед Богом на Сионе. Проходя долиною плачь, вот это и есть день злой. Когда, знаете, мы бываем идем по альпийским лугам, там столько цветов, там такой свежий ветер. Но иногда наши маршруты пролегают через долину плача. И знаете, это не очень веселое место. Это долина, где мы теряем своих ближних. Это долина, когда, может быть, остаемся одни. Когда рядом никого нет. Да если уж честно говорить, как много в нашей жизни проблем, на которые человек просто не способен ответить. Ну представьте себе, если бы Бог, как Бог сказал Аврааму, принеси в жертву твоего сына, долина плача. Ну с кем Авраам мог бы советоваться? Ну пошел бы он своему другу и сказал, слушай, вот Бог мне сказал сына принести в жертву. Что ты скажешь? Да что такой человек? Ну что бы он посоветовал? Он насоветовал бы. Ты попастись еще неделю. Ты еще перепроверь. Вдруг это дьявол сказал или что? Ну, знаете, есть много вопросов.
по которым ты не можешь обратиться к человеку. И ты можешь только это решать вопрос с тобою и с ним. Вот сколько детей рожать? 6, 8 или 16? Или 2? И вот пойдешь, кто тебе насоветует, каждый год ты должен рожать детей. Вот сколько жизни хватит тебе, сколько ты проживешь? 45 лет супружеской жизни, ты должен иметь 46 детей. Армию спасения должен родить. Господи. Вот знаете, есть много вопросов, по которым никто тебе не может сказать ничего, если тебе Бог не скажет. То есть вопросы, которые ты должен один на один решать с Ним. Аминь. И поэтому так нам необходимо просто получать откровение от Него. Когда пастор идет вперед, за ним идет тысячи. И здесь уже ненужных маневров мы не имеем права совершать. И прежде чем к народу выйти и сказать, так говорит Господь, мы переходим в другое здание. Дорогие, это нужно получить от Бога. Что? С кем советоваться? Есть вопросы, которые превышают компетенцию любого человека. И тебе, кроме Бога, никто на эту тему ничего не скажет. Поэтому так важно, чтобы ты знал его. И когда ты проходишь долину, плача, одиночество, отверженности, как важно, чтобы в этой долине, где мрак, где болезнь, где смерть, ты мог открыть источник. То есть в стрессовых ситуациях, в отчаянных ситуациях, в день злой, когда раскаленные стрелы пачками летят в тебя, в этой долине, где-то найти источник утешения, источник защиты, источник мудрости. Бог что делает? Знаете, я так понял, что этими долинами плача мы идем не толпой. Я как-то понял, что этими долинами плача мы идем в одиночку. Здесь ни жена не поможет, ни муж не поможет, ни дети не помогут. Когда Бог индивидуально испытывает нашу веру. Сам говорит, праведник своей верою жив будет. Жена не будет жить верой мужа. И муж не будет жить верою жены. Каждый за себя будет давать отчет Богу. И в этой долине, когда ничего не светит, когда все рыдает, когда плач, смерть, разочарование, человек, у которого здесь и сердце направлено к Богу, он способен в этой мрачной долине выкопать источник. Источник утешения. Услышать голос Божий. Услышать его подкрепление. И увидеть, как этот плач, это отчаяние, этот стресс, он не имеет власти над тобой. Над тобой имеет власть Божье утешение и Божья любовь. И Бог придет и скажет, дорогой, это долина плача. Это лишь транзитная станция. Транзит Петра. Ты пройдешь через это. Ты обновишься в силе. Я переплавлю тебя. Я научу тебя сражаться. Я научу тебя преодолевать эти стрессы. Жизнь продолжается. Не думай, что все, жизнь закончена. Ты вырвешься. Ты прорвешься. Ты увидишь великую победу. И слышишь утешение от Бога. И ты чувствуешь, как дождь. Как вчера вечерний дождь. Такой весь день был солнечный. И к вечеру как будто свежесть. Моя жена там траву высаживала и хотела поливать. Целый день пахала. И вечером просто как милость Божия. И такой нежный. И такой мягкий. И такой свежий. Дождь благословит. Знаете, как... И вот так заканчивается долина плача. Вы знаете, когда стези сердца направлены к Нему. Откройте, пожалуйста, 14 главу. 14 главу Матфея. Евангелие от Матфея. Это очень интересная история. Я недавно читал. И меня она просто так зацепила. Матфея 14.
Здесь история о двух братьях. Šeit stāsts par diviem brāļiem. Евангелие пишет. Евангелие рактиц. О двух великих братьях. Par diviem vareniem brāļiem. Которые сделали потрясающее пробуждение. Viņi izdarīja varenu atmodu. Это Иоанн. Tas Jānis. И Иисус Христос. Un Jēzus Kristus. Они были двоюродными братьями. Viņi bija brālēni. И Иоанн был на полгода старше. Jānis bija pusgadu vecāks. Иоанн имел от Господа Jāni bija no kunga. Великое поручение. Varenu sūtība. Приготовить. Sagatavot. Путь Господа. Ceļu tam kungam. Иисус Jēzus. Терпеливо ждал. Pacietīgi gaidīja. Когда Иоанн выполнит. Kad Jānis izpildīs. Свою работу. Savu darbu. И он ходил. Viņš staigāja. Творил потрясающие вещи. Un darīja varenas lietas. Он не претендовал на Viņš nepretendēja. Свое первенство. Savu... Несмотря на то, что он был старше. Neskatoties to, ka viņš bija vecāks. Viņš saprata savu funkciju. И он говорит, я. Viņš teica, es. Я только глаз вопиющего. Es tikai balss, kas sauc tūkstnesī. Приготовьте путь. Sagatavojiet ceļu tam kungam. Я крещу вас только в воде. Es krīstīšu tikai ūdenī. Я только крещу вас в воде. Es krīstīšu tikai ūdenī. Но идёт за мной. Bet aiz manīm nāk. Сильнейший. Stiprākais par manīm. У которого я недостоен. Kuram es neesmu cienīgs. Развязать ремень обуви. Apavu siksnu. Он будет крестить вас. Viņš krīstīs jūs. Духом святым. Svēto garu un uguni. Лопата его в руке его. Viņa rokā lāpsta. И он очистит гумно свое. Viņš attīrīs savu klūnu. И он солому отделит от пшеницы. Viņš salmu sadalīs no kviešiem. Солому сожжет. Salmu sadedzinās. Он готовил путь. Viņš gatavoja ceļu. Иисус. Jēzus. Šol pa proторенной дороге. Gāja pa ienīt. Когда братья живут вместе. Kad brāļi dzīvo kopā. Когда братья ценят друг друга, вертят один сотру. Когда братья уважают друг друга, ценят один сотру. То пробуждение Tad приобретает потрясающий характер. И варен ракстурс. И город будет может спасти. Пилса это может глаб. И вся страна может спасти. Увисывал это может глаб. Аминь. Не все идут впереди. Не все идут прежгла. Не все идут позади. Не все идут аизмагуре. Кому какая судьба? Там как ликтенс. Ну и вот произошло следующее. Ну ты канагмайс. В ту ночь, в то tā, время. Tā laikā, начнем читать сначала. No sākuma sāksim. Ирод четвертовластник. Zemes daļas valdnieks Herods. Услышал молву об Иисусе. Par Jēzu. И сказал служащим при нем. Это Иоанн Креститель. Šis ir Jānis Kristītājs. Он воскрес из мертвых. Viņš ir celies no miroņiem. Потому что чудеса делаются. Tāpēc viņam tādi brīnišķīgi spēki. Ибо Ирод. Jo Herods. Взяв Иоанна. Bija Jānis saņēmis. Связал его. Viņu sējis. И посадил в тюрьницу. За Иродиаду, жену Филиппа, брата своего. Потому что Иоанн говорил ему, не должно тебе иметь ее. И хотел убить его, но боялся народа, потому что его почитали за пророка. Когда мы говорим стрессовые ситуации, когда мы говорим долины плача, когда мы говорим день злый, когда мы говорим раскаленные стрелы, Kas tas būs? Я не знаю, что ты представляешь. Es nezinu, ko tu iedomājies. Но эта глава Bet šī nodaļa описывает нам apraksta mums жуткий день. Briesmīgu dienu. Жуткую долину. Briesmīgu ielēju. Жуткие раскаленные стрелы. Ugunīgas Когда būs. На карте стояла не просто квартира, Kad bija nevienkārši dzīvoklis, зарплата, alga или здоровье, vai veselība. Когда на карте стояла жизнь. Kad bija apdraudēta dzīvība. Жизнь великого служителя. Varena kalpotāja dzīvība. День злой. Ļauna diena. Как важно Cik svarīgi. Быть готовым, Būt gatavam. Вооруженным, обрунетым, облеченным в это оружие. И смотри, описывается этот день злой. Šī ļaunā diena. Во время же празднования дня рождения Ирода, дочь Иродиады плясала перед собранием и угодила Ироду. И он с клятвой обещал ей дать все, чего бы она не попросила. Она же по научению матери своей сказала, дай мне здесь на блюде голову Иоанна Крестителя. И опечалился царь. Но ради клятвы из лежащих свиней повелел дать ей. Лика повелел тот дать. И послал отсечь Иоанну голову в темницу. Он лика Иоанну нацест голову. И принесли голову его на блюде. У него голову блюда. И дали девице. Un deva meitenei. Она отнесла матери своей. Ученики же его, Viņa mācekļi, пришедшие, взяли atnāca, тело его, paņēma viņa miesas, и погребли un его. Tās apraka. И пошли. Tad tie izgāja. И возвестили Иисусу. Un pasludināja to Jēzum. Понимаете? Saprotiet. Иоанн не был посторонним человеком. Jānis nebija svešs cilvēks. Иисусу. Jēzum.
Он был его родственник. Viņš bija viņa radinieks. Знаете, когда Jūs zināt? Такой казни подвергается посторонний человек. Kad svešs cilvēks tiek tā sodīts. Сердце замирает. Sirds pamirst. Человек становится серьезным. Человек кļūst nopietnāks. Всякая легкомысленность уходит. Visāda bieglaprātība aiziet. В долине плача. Раудо ielejā. Каждый идет. Katrs iet. В одиночку. Viens pats. Возле Яны никого не было. Pie Jāņa nekas nebija. У Яна был свой путь. Jāna bija savs ceļš. Он был смелым человеком. Viņš bija drošs cilvēks. Jēzus говорит, из рожденных женами. Но сиев дзимшей. Не было больше Яна Крестителя. Lielāk par Jāna Kristītāja. Он был смелым, он никого не боялся. Viņš nevien nebijās. Он знал Бога. Viņš zināja Dievu. Ему было все равно. Viņam bija vienalga. И перед ним президент. Viņam priekšā prezidents. Или князья и вельможи. Vaķēniņi. Или фарисеи, священники. Un garīdznieki. Или простой народ. Vai vienkārši tauta. Он говорил правду. Viņš teica patiesību. И только правду. Un tikai patiesību. Знаете, правда в этом мире. Ziniet, patiesība šajā pasaulē. Не очень ценится. Nav tie augsti vērtēti. Tie люди. Un tie cilvēki. Которые говорят в чистом виде правду. Tīrā veidā patiesību. Живут недолго. Dzīvo neilgi. Потому что в мире. Tāpēc, ka pasaulē. Отец лжи. Лукавство, интриги, viltība un intrigas, обман. Vilšanās. Это больше популярностью пользуется. Сами vairāk popularitātes. И когда на одном из служений kad no vienā no divām приехал царь, atbrauc ķēniņš, послушать пророка, paklausīties pravieta, потому что весь Иерусалим tas, ka visa Jeruzāle nāca. Этот был дикарь. Tas bija tāds mežonis. Он имел верблюжью viņam bija kamieri, одежду. Drēbes. Он не жил в этих viņš nedzīvoja дорогих отелях dārgajos и гостиницах. Un viesnīcās. Он не ходил в храм. Viņš negāja uz templi. Но все храмы сходились к этому храму, в котором находился великий живой Бог. Kurā bija barnēs dzīvais. Ему было все равно, как он выглядел. Viņš izskatās. Он говорил правду Божию. Он говорил, приготовьтесь путь Господу. Там кунгам цель. Кривые пути сделайте прямыми. Горы пусть понизятся. И как на диковинного животного приехал президент посмотреть на него. И тот говорит, слушай, а ты президент. Ты хочешь, чтобы нравственность в твоем народе была на высоком уровне. Ты грешишь, потому что ты неправильно живешь. Ты живешь с женой своего брата. И это грех. Мама, все посмотрели, что это такое. Он быстро закрыл свою колесницу и уехал. Он не боялся никого. Viņš nebijās ne no viena. Его уважали. Viņu cienīja. Его ценили. Viņu vērtēja. И царь любил его. Un ķēniņš mīlēja viņu. Несмотря на то, neskatoties uz to, что он говорил ему правду. Viņš runāja viņam patiesību. Он ценил. Viņš vērtēja. Он уважал viņš его. Viņš cienīja viņu. Не думай. Nedomā. Что ты потеряешь людей, kad tu zaudēsi cilvēku, когда начнешь им говорить правду. Kad tu sāksi viņiem patiesību. Может быть, они внешне varbūt будут ненавидеть тебя. Neieredzēs tevi. И презирать тебя. Un nicinās. Но внутренне. Bet iekšēji. Они будут ценить и скажут. Vērtēs un это teiks, настоящий человек. Tas ir īsts cilvēks. И наступил злой день. Un atnāca ļauna diena. Когда Яна арестовали. Kad Jāni apcietināja. И он был в тюрьме. Viņš bija cietumā. Он был один. Viņš bija viens. Его сердце тоже viņa sirds arī рвалось на части. Рвалось uz daļām. Тот ли это? Vai tas ir tas? Или нет? Vai ne? Когда ты один остаешься. Kad tu viens paliec. И когда стрелы летят. Un kad bultas lido. И когда дьявол хочет выбить тебя из седла. Izsist tevi no segliem. И разочаровать тебя. Un pievilt tevi. И у тебя возникают такие же вопросы, как у Яны. Так тот ли это? Vai tas ir tas? Кто будет крестить Духом Святым? Es kristīšu Svēto garu. Тот ли или ожидает нам другого? Vai gaidīt citu? Это сомнение. Чешалось. Оно расшатывало его tas сердце. Изгрилёя viņa sirdi. И он послал учеников. Viņš sūtīja mācekļus. И сказать, узнаете, это тот Uziniet, или нет? Tas ir tas vai ne? Или ожидать нам Vai gaidīt другого? Mums citu? Когда пришли ученики. Kad atnāca mācekļi. Иисус отвечает. Jēzus atbild. Идите и скажите. Ejiet un pasakiet. Что больные исцеляются. Slimie dziedinās. Что мёртвые. Ka mirušie. Воскрешаются. Augšām ceļas. Слепые прозревают. Aklajiem, и блажен. Un svētīgs, кто не соблазнится. Tas, kas nepiedauzīsies pie manis. Иисус знал, что такое долина. Kas ir ielēja? Смертной тени. Nāves ēnas ielēja. Иисус знал. Jēzus zināja. Что это нелегкое. Ka tas nav viegls. И невеселое место. Viegla un jautra vieta. Где такой шквал.
где такой огонь, kur tāda uguns, где такие раскаленные kur стрелы, угольникс бултес. И он как бы передал Яну. Он читка нодовал Яну. Ян, брат мой, брали, возьми щит веры. По ним тицыпс вайро. Угаси все эти Нодзе вопросы. Нодзе зишис, я утаймс. Я тот. Эсмутас. Я тот. Эсмутас. Ты правильно говорил. Ту парейз рунай. Ты правильно проповедовал. Ту парейз судинай. Ты правильно смотрел вперед. Ту парейз скатиес спреч. Ты тому готовил путь. Ту там готовой цель. Все в порядке. Без карты иба. Я пришел. Эсатнацу. Ты не зря трудился. Ну вел ты их страдай. Бог сегодня хочет утешить. Он хочет, чтобы там, в Чигмине, там, в долине, тур Илья, ты мог найти источник утешения. Мирнаем, а вот. И дьявол. Your Satans. Дьявол. Satans. Ходит, как рыкающий. И там устроили такое торжество. Тур сарей, какой-то тот дзирс. Была пирушка. Би дзирс. И дочь Родиады танцевала. И царь пообещал и все сделать, что она хотела. Ковиня грим. Вы знаете, жестокость, на которую способна женщина. Ну, трудно преувеличить мужчине. Придумать такую изощренную казнь. Из дома таду суаду. Иродиада, ее честолюбие было уязвлено. Мне бы айскарта. Мужики проще реагируют на такие вещи. Но женщина решила отомстить этому негодному проповеднику. Женщина решила отомстить глашатую этой правды. Я тебе покажу, кто здесь хозяин. Интрига. Интрига. Жестокий заговор. Ляунумс. И она подговорила свою дочь. Он говорит, ты должна взять приз. Должна угодить. И она танцевала. У меня даю. И царь сказал, я все до полчарства дам тебе. Если садош, лиц пусвал стыба. И когда она угодила царю. Он кадвинял патика тенням. И все аплодировали. Он весь аплодей. Она подошла к матери. Меня пьянац пи матис. Сказала мать. Он тец мат. Что попросить? Ко лукт? Он говорит. Мин тец. Иди и скажи. Им пасаки. Пусть на блюде. Лайус блюдес. Принесут. Отнес. Окровавленную голову. Асиняйну галву. Этого негодного человека. Человек галву. Который вмешивается в нашу личную жизнь. Мус персонига дзиве. Я отомщу. Эс отрепчус. Я этого так не оставлю. Эс тота не отстащу. И когда перед всеми. Кад вис прекша. Эта девица вышла. Ши яунова изнаца. И говорит, да, у меня есть желание. Манир велешнас. Я желаю, es vēlos, чтобы прямо сейчас, lai taisni tagad, прямо сейчас, tieši tagad, вы принесли jūs atnest голову Иоанна Крестителя. Иоанна Крестителя галву. Знаете, вся толпа jūs ахнула. Viss pūlis nopūtās. На такую жестокость. Uz tādu cietsirdību. На такое коварство. Uz tādu ļaunumu. Был способен, наверное, сам дьявол. Беспеекс, пац тикай сатанс. И Писание говорит, un raksti saka, весь праздник закончился. Visi svētki beidzās. Царь опечалился. Кеніч носкума. Может быть, что-то другое. Varbūt ko citu. Зачем тебе? Prieš kam tas tev vajadzīgs? Я хочу уничтожить. Es gribu iznīcināt. Всякий голос. Katru balsi. Vopijušī v pustyni. Tas sauc tuksnesī. Который говорит. Tas saka. О грехах. Par grēkiem. День злой. Ļauna diena. И царь печалился. Un ķēniņš noskuma. Я представляю, у него все опустилось. Viņam viss nolaidās. Царь по-другому реагирует. Ķēniņš savādāk reaģēja. Но он не мог нарушить свою клятву. И пошли в темницу. Un aizgāja uz cietumu. Казнили. Sodīja. Взяли кол. Paņēma galvu. Uz bļodes. Я не знаю, был ли там праздник. Es nezinu, vai bija tur svētki. Я уверен, что многие люди. Esmu pārliecināts, ka daudz cilvēki. Они реагировали. Viņi reaģēja. По-человечески. Cilvēcīgi. Я не знаю, кто был в восторге. Es nezinu, kas bija sajūsmināts. И все с ужасом смотрели. Visi ar šausmām skatījās. На этот кровавый приз. Uz šo galvu. Asiņaino balvu. Jāņa Kristītāja. Jāņa Kristītāja galva. Принесли. Ну что, девица, Atnesi. Получай. Ну, Saņem. И она взяла. Viņa paņēma. Было ужасно. Bija drausmīgi. Трудно представить себе. Grūti iedomāties. И она передает это. Viņa nodod šo balvu. Матери. И Родиада смотрит, ну что? Сказал, ну ко? Да проповедовался Иоанн. Сослуденаясь, Иоанн.
Я. Es. Оказалась сильнее тебя. Бью стыпрак про тебя. Все. Vis. Ты будешь теперь молчать. Тут так отклусаешься. И не понимала глупая un женщина. Думя сиевета не сапрата. Что он был только тот. Конч бить тикай тас. Кто готовил путь. Кто готовил целью. Для того. Там. Кто был сильнее. Куч бить стыпрак первинь. Пробуждение невозможно Атмон, остановить. Но веспаем сапстадинат. Эта молва разнеслась по всему Чи городу. Гай, повис пилсат. И один из первых. Уместно пирмаем. Кто услышал. Каз дзирдея. Эту жуткую новость. Шо брис мигозиню. Был младший брат. Би яунакайс брат. Яни. Иисус. Ез. Ему пришли и сказали Иисус. Винят нас он дайте, Ез. Яна больше не. Яни варс нау. Стресс. Стресс. Отчаянные обстоятельства. Измисум стал оклас. Наших старших братьев. Мусу отцаку брали. Уничтожают. Брали изницина. Яна уже уничтожили. Яна я изницина. Кто на очередь? Кас накамайс. Эта жестокая женщина, она не остановится. Чиляла севет, не обстасайс. Она будет мстить всем. Я требся с висием. И как бы отсознательно. Он казем обзиня. Люди, смотря на Цилак Иисуса, сказали, здесь. Говорю, ну что Иисус? Это ну кое Иисус? Твоя очередь. Дава карта. Знаете, когда ты попадаешь Зим, в эту долину, тогда Илая, в эти отчаянные обстоятельства, измесу мамстаклюс, как важно цик сварейги, сделать одно важное дело. Издритвен, сварейгу лейт. Не удариться в панику. Не местес паника. Не удариться в печаль мирскую. Пасаулс скумьяс. Как важно остаться в седле. Палик цеглос. Остаться в седле. Палик цеглос. И не позволить дьяволу стащить тебя с этого. Тебе. Да, это было как удар. Я, тас бика ситенс. Да, это было как стрела. Я, тас бика булта. Которая могла бы пронзить Касвара... насквозь сердце Иисуса. Езум. И 13 стих говорит. Пан сака. И услышав Иисус. У нее есть тот зирдадамс. Удалился оттуда. Айсброц лайва но на лодке. Пустынное место. Один. Услышав об этом. Иисус почувствовал, что ему надо сосредоточиться. Ему надо собраться. Он чувствовал, что вокруг просто ну, туча этих раскаленных стрел. Они летят в его сторону. Он понимал. Он сапрата. Что в этих долинах люди идут одиночку. Он сел на лодку. Посмотрите, один. Он не советовался с учениками. Петр, а что теперь делать? Кто уж там советовал бы ему? Есть ситуации, в которых никто из людей не сможет тебя ни утешить, ни подсказать, ни ободрить тебя. Что такое люди? Люди в шоке. Люди не понимают сами, что происходит. Иисус сел в лодку. И он отплыл подальше от людей. И оставался один. И он, наверное, спрашивал отец, что там? Как? Мне больно. Man sāpīgi. Такая утрата. Tāds zaudējums. Как легко было. Cik viegli bija. Работать в паре. Strādāt pārī. Как прекрасно Cik было понимать. Cik brīnišķīgi saprast. Что ты не один. Ka tu neesi viens. Что вы вдвоем. Ka jūs esat divatā. Ведь как хорошо и приятно Значит, жить братьям вместе. Dzīvot brāļiem kopā. Но вот. Bet lūk. Его нет. Viņa nav. Его обезглавили. Viņam noņem galvu. Пролилась святая кровь. Izlīja svētās asinis. Господь, ты видишь, что все внутри дрожит. Горько. Рукти. Обидно. Aizvainojoši. Что делать? Ko darīt? И отец что-то ему говорит. Un tēvs kaut ko teica viņam. И, вероятно, отец. Un, laikam, tēvs. Утешал его. Мирināja viņu. И говорил Иисус. Un teica, Jēzu. Иоанн выполнил то, что он должен был выполнить. Это его путь. Он закончен. А жизнь продолжается. Это только начало. Если бы ты спросил Иоанна и сказал, Иоанн, хотел бы ты, чтобы с твоей смертью остановилось пробуждение? Я абсолютно был уверен. Что Иоанн бы сказал нет. Иоанн сказал нет. Я хочу, чтобы те, es gribu, lai tie, которые остались на земле, tas palika uz zemes, они продолжили lai viņi turpinātu этот
важный что сварит, и героический путь уворон пилно цель пробуждение от моей цели. Я бы тоже не хотел, чтобы при моей смерти пробуждение остановилось. Но этого отчаянно хочет дьявол. Сатанс. Когда Иисуса распяли, Христа, ученики были все разочарованы. И для них жизнь остановилась. Обстоялась. А мы думали, думаем, что Он тот. Он чертас. Иисус стоял. Есть вставы. Он понимал, что Он только начинает. Он только сак. И это печаль мирская. Это душевная печаль. Это скорбь человеческая, которая присуща каждому из нас. Она подчас бывает настолько глубокая, настолько сильная. Она просто тушит. Она выжимает все. И тебе кажется, все, жить больше не хочется. Проповедовать больше не хочется. Слуги на отвайрак не грибас. Пробуждение не хочется. Отмоду не грибас. Как Илия. Как Илия. Когда Изавель. Когда Изабелла. Искала его. Меклая виню. Жить больше не хочется. Диво твоясь не грибас. Бог забери мою жизнь. Диво спанем ман диви. Под можжевеловым кустом. Земкру ума. А Бог говорит, нет Илия. Не Илия. Жизнь не остановилась. Диви нам обставился. Пробуждение не остановилось. Отмода нам обставился. Я хочу тебе вырыть здесь этот источник утешения и сказать. Он подает. Пока ты не исполнишь все то, для чего я тебя послал на землю, тебя никто не тронет. В отчаянных обстоятельствах я дам тебе дерзновение и смелость. Ты исполнишь волю мою. Иди. Эй. Будь смело. Если дрожь. Будь мужественным. Если веришь, чекс. Жизнь. Дзиве. Продолжается. Турпи нас. Уходят Иоанны. Айзет Иоанни. Уходят Ильи. Айзет Элис. Уходят отцы. Айзет Тави. Уходят мать. Айзет Матис. Уходят Лестеры. Айзет Лестеры. Уходят апостоли. Айзет апостоли. А жизнь. Бедзиве. Продолжается. Турпи нас. Кто-то должен, взирая на кончину их, подражать вере им, и так же смело, и так же мужественно идти тем же путем. Ведь для тебя же приготовили этот путь. Иди, Иисус уединился. Я уверен, что Бог хочет сегодня утешить многих из нас. У каждого свой злой день. У каждого из нас свои долины. Но есть что-то общее. В этих долинах мы можем найти источник. Мы можем встретиться с Богом, который может утешить, который может успокоить это метущееся и рвущееся на части сердца. А народ, услышав о нем, пошел за ним из городов, пешком, и вышел Иисус. Увидел множество людей. Сжалился над ними. И исцелил болезни их. А когда настал вечер, приступили ученики и сказали, отпусти. Место пустынное. На время позднее. И Господь там совершил чудо. Размножение хлебов. Это сложный психологический барьер. Психологический барьер. Когда ты пытаешься бороться со своими проблемами. Когда ты душишь свою слезу. И понимаешь, что ты не имеешь права расклеиваться, расползаться.
И ты уединился, чтобы просто как-то передохнуть, сосредоточиться. И ты в уединенном месте. Но вдруг видишь опять эти люди, толпы народа, которые, может быть, совсем иначе реагируют на смерть Иоанна. Вы знаете, по-человечески можно было просто сплюнуть и сказать: вы бессердечные люди. У меня такая скорбь. У меня такая боль. А вам только одно давай. Исцеление, исцеление, исцеление. Но дело в том, что когда приходит Бог, Он всякий раз покажет тебе на главную цель твоего служения. И это будет тот народ, который обступит тебя. И эти толпы народа, они будут тем великим свидетельством, вот для чего ты на земле. Вот для них ты пришел. Жизнь продолжается. Они нуждаются в исцелении, в спасении. Иисус, как хочется подражать Тебе. Как хочется иметь Его чувство влаги. Посмотрите. В отчаянных обстоятельствах. Но Он не отчаивался. Он умел взять в комок все свои чувства. Спрятать в глубине сердца эту скорбь. И кроме этого сгустка ощутить внутри себя милосердие. И он сжалился над ним. Жизнь продолжается. Иди, Иисус. Исцеляй. Спасай. Глаб. И в тот же вечер было совершенно еще великое чудо. И Иисус как бы говорил: нет, дьявол, ты не сможешь задушить меня этой печалью. Ты не сможешь разрушить этими стрессовыми ситуациями мою нервную систему. Бог восполняет мои силы. Бог регенерирует мою жизнь. Я способен служить дальше. И долины покрываются благословением. Когда ты находишь во время злых дней источник утешения в Господе, Библия говорит, в конце этой долины дождь великих благословений. Иисус всех исцелил. То есть Он сказал: дьявол, ты пытаешься всех нас уничтожить, а я всех буду исцелять. Я всех буду кормить. Я буду разрушать твою власть в их жизни. Жизнь продолжается. Закройте глаза. Аллилуйя. Я не знаю, что в твоей жизни происходит. Может быть, ты потерял кого-то. Может быть, это материальный ущерб. Может быть, это моральный ущерб. Но неважно, какими причинами, если ты сегодня идешь этой долиной, Иисус, Он может сострадать тебе. Он знает, что такое безвременная утрата. Он знает, что такое терять сотрудников Царства Божьего. Он уединился. Сосредоточься сейчас на Иисусе и скажи: Иисус, жизнь продолжается, поэтому сделай меня способным продолжать любить, продолжать прощать, продолжать проповедовать. Дух Святой, я прошу Тебя, утешь, восстанови. Облеки в праведность.
ты трости надломленной не переламываешь. Ты льна курящего не угасаешь, не угасишь. Ты с нами. Бог, утешь сегодня народ свой. Какие бы стрелы ни летели, Боже, пусть они все угаснут сегодня. Какие бы атаки дьявол не поднимал против детей твоих. Помоги нам, Господь, уединяться. Искать Тебя. Пусть стези нашего сердца будут направлены только к Тебе. Утешь нас сегодня, Господь. Утешь нас сегодня, Господь. Дух Святой, Ты утешитель. Пусть отчаяние не задушит нас. Пусть стресс не уничтожит нас. Пошли силу. Дух Святой, люди. Благодарим Тебя за дождь Твой. Благодарим Тебя, Господь, за восстановление. Пройди по рядам, прошу Тебя, Господь. Скажи скорбящим сердцам, что они не одни, что Ты с ними, и что Ты не оставишь. Аллилуйя, Господь, наша земля. И мы продолжим служение. Мы не остановимся и не повернем назад. Аллилуйя. Глори. Чимле кара клора маканди штеце цеце стетерия лешки. Эла бакомана леге штева домба хенна. Аллилуйя. Дух Святой. Совершай свою работу. Аллилуйя. Благодарение Тебе, Господь. Давайте мы встанем. Еще раз стези сердца направим к Нему и скажем: Иисус, как Ты прекрасен. Пусть Твои чувствования станут моими. Пусть Твой Дух станет моим Духом. Научи нас побеждать стресс. Научи нас побеждать ужасные отчаяния. Научи нас достойно проходить долины, в которых мы можем терять своих друзей. Дай нам побеждать это все. Иисус, как прекрасен Ты! Мы восхищаемся Тобою. Мы восхищаемся Твоим мужеством. Мы восхищаемся Твоим благородством. Мы хотим быть похожими на Тебя, Иисус. Аллилуйя. Ты тот, кому себя я отдаю. Закройте глаза. Поднимите руки и пойте. Иисус, как прекрасен Ты. Аллилуйя.